Доброго вам времени суток. Сегодня мы с вами посмотрим на здание, построенное в 1934 году для Института пчеловодства. И сверху это здание напоминает собой пчелу со сложными крыльями. А территория была выбрана не случайно, так как здесь была заложена пасека Карлом Ферейном. Да-да, тем самым. В 1955 году здание и вся территория была передана НИИ радиосвязи. И именно здесь была разработана система, радиосистема «Заря», благодаря которой весь мир услышал знаменитое «Поехали», сказанное Юрием Гагарином. А, наверху? Сбоку, видишь? Тут. А, вижу. Сейчас, вот там, видишь, табличка была, там ее тоже убрали, сейчас я снимаю. А часы где, ты говоришь, были? Вон там, смотри, ниже. Вот, видишь, точка. Это стрелки две. А, точно, слушай. Или что? Нет, это подсветка какая-то была. Это, мне кажется, вот, провод срезали. Подожди секундочку. Там колодец снесенный. Сейчас увидим. Не так давно это здание чуть было не снесли, но теперь это выявленный объект культурного наследия. Это катушка, там кабель намотан, знаешь, вот черные такие, большие, толстые. И, может быть, меняли какой-то кабель. Ну вот все, что осталось. Интересно узнать, что это за КНЗ. Но мне кажется, вот эта территория, которая сейчас застраивается, такое, знаешь, строение мне... то это вот за ширмочку глянем, что там. Уважаемые жители района, пешеходный проход временно закрыт. И все туда идут. О, пошли. А, правильно, видишь, смотри. Забор бетонный вот этот был, классический. Огорождал территорию. Так, белая береза. Интересно, здание все-таки останется, нет? Хотя, не видишь, пишут, какой-то будет строиться дошкольное или школьное. Я бы тут хотел учиться. Образовательное. Вот прямо в этом здании? Угу. Вообще, мне кажется, было бы здорово. А, кстати, все опознавательные таблички сняты. Красиво. Ну, вот такая архитектура 50-х, наверное. Да, видишь, огорожено было все этим бетоном. И вот эта вся территория, по-моему, она им и принадлежала раньше. Ну что ж, оставим тоже на память. Да, стройка будет. Знаешь почему? Смотри. Там вон деревья, а они снизу, видишь, защищены. Чтобы случайно ствол не повредили в момент там какого-то строительства. Да. Вот такая вот неожиданная лично для меня находка оказалась в Северном Бутово на Феодосийской улице. Спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч.